Добрый день! Сегодня с вами разберем актуальную тему, именно боль в спине. Рассмотрим для начала причины заболевания. Это могут быть растяжки, прохлада, да? Вышли на холод, простудились, резкие поднятия тяжестей, неправильная дозировка работы, физического труда также могут спровоцировать боль в спине. Сегодня мы с вами разберем комплекс упражнений, предназначен для устранения боли в спине. Также этот комплекс упражнений предназначен для людей, у которых уже есть протрузии, межпозвоночные грыжи 1-2 уровня. Разберем первое упражнение. Исходное положение лежа. Сгибаем и разгибаем ноги. Вот обратите внимание. Идет на себя, от себя. По очередности. Правая, левая нога. 8-10 раз. Каждая нога. Второе упражнение. Подтягиваем ногу, сгибая колени. При этом пятка идет по коврику, не отрывается от пола. 8-10 раз. Следующее упражнение. Поднятие ноги по вертикали. Выглядит оно вот так. При выполнении данного упражнения ноги в коленях должны быть ровные, как у этой ноги, так и у второй. И носки подтянуты на себя вниз. Следующее упражнение. Ноги согнуты в коленях, чуть расставлены шире. И дотрагиваемся носком до колена. Возвращаемся в исходное положение. 8-10 раз. Каждой ногой. Понятно, да? Следующее упражнение, исходное положение тоже. И теперь наклон влево, правое колено должно дотянуться до левой пятки и в обратную сторону. Наклон вправо, левое колено тянется до правой пятки. При этом плечи должны не отрываться от пола. Позиция рук свободная. 8-10 раз. Следующее упражнение. Исходное положение лежа. Поднимаем колено, обхватываем его рукой. В данный момент мышцы ног расслабляются, и за счет тракции рук приближаем колено к груди. И второй ногой. Укрепили колено и тянем его в груди. Придерживаем 3 секунды и возвращаемся в исходное положение. 8-10 раз каждой ногой. По окончанию данного упражнения поднимаем обе ноги сразу. Показываю.
подняли, обхватили, мышцы ног расслабили, и за счет рук тянем колено к груди. Возвращаемся в исходное положение. Повторяем 3 раза. Показываем следующее упражнение. Лежа, руки по ширине. Теперь дотрагиваемся одной рукой, вторую руку. Голова при этом лежит на полу, перекатывается. И второй рукой. И переходим к следующим упражнениям. Исходная позиция на четвереньках. Рука идет по вертикали, нога по вертикали. Производим шаги противоположной руке. На половину расстояния между руки и ноги. Да, вот это целое расстояние. Нам надо шагнуть до половины. И возвращаемся обратно. Повторяю еще раз. Шагаем и слегка в сторону. Так же самое и здесь. 8-10 раз каждой ногой. Следующее упражнение. Тянем ногу назад. Не поднимаем высоко. И возвращаемся. Тянем ногу туда. Оттягиваем вот. Вот так. Тянем ногу вот отсюда. Чувствуем, как здесь все тянется. Возвращаемся в исходное положение. 8-10 раз с каждой ногой. Теперь к этому упражнению добавляем еще и поднятие руки. Показываю. И тянемся сейчас по диагонали. Взгляд на руку, на палец. Возвращаемся в исходное положение. И меняем другую ногу. Тянемся вот так в диагонали. Упражнение данное выполняем 8-10 раз. Следующее упражнение. При вдохе сгибаемся, опускаем голову вниз. При выдохе происходит разгиб, голова идет наверх. Вдох. Выдох. Руки остаются прямые в локтях. Вдох. Выдох. При выдохе и при разгибе таз тоже поворачивается вверх. Да? 8-10 раз. После того, как выполняем 8-й раз, садимся плавно на пятки. Руки остаются на месте. Главное, уселись, и голова тянется к коленам. Расслабились. Держим позицию 5 секунд. После этого плавно поднимаем голову вверх и встаем,
Подтягиваем руки к себе, выпрямляемся и встаем. В следующем видео выполним весь этот комплекс упражнений по 8 раз, каждое упражнение. Всего доброго, будьте здоровы. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях.